Всем привет! Я, ну, в принципе, я бы не назвал себя фанатом прям уж игр серии Dead Space, но мне нравятся все части, первая, вторая, третья. И я также, мне также нравятся и там вот такие, как их правильно назвать-то, мультипликационные фильмы, что ли, да? Ну, если кто не знает, то посмотрите обязательно, очень интересные. То есть, как бы там, ну, условно так их назовем, мультики, да? По-моему, два или три мультика, что ли, есть по серии Dead Space. То есть там есть, там рассказывается о разных событиях, вот. То есть как бы больше разворачивает, больше развернут сюжет получается, если это все дело посмотреть, да? Вот. Мне и они тоже нравятся. Правда, я их смотрел всего один раз каждый. Вот. Но игры мне очень нравятся. Но, тем не менее, я бы не сказал, да, что я такой уж прям фанат. И, то есть мне достаточно вся эта тема нравится. Очень. Там хорошие, вообще мне во всех играх нравится. И атмосфера, и как все там сделано, да, и локации, и достаточно все интересно, прикольно. Вот, ну, конечно, в первой игре лучше всего атмосфера, да, она более страшная, более такая интересная. Вот. Но я никогда не был любителем книг. Я никогда не любил читать. То есть я лучше посмотрю фильм, да, чем почитаю книгу. Или, например, лучше поиграю в ту же игру, да, чем почитаю книгу. Но сейчас вот недавно закончился перевод на русский язык книги по игре Dead Space. Книга называется «Мученик». «Мертвый космос. Мученик». Правда, она переведена, название ее переведено как «Мертвый космос. Страдалец». «Мартир». Ну, «Мученик. Страдалец. Муки. Страдания». В общем, и смысл такой, да? Вот. И меня это заинтересовало, то есть я как бы думал, а почему бы не почитать, по крайней мере, не начать читать? То есть если меня это затянет, если мне это действительно понравится, меня это заинтересует, то я продолжу читать и, может быть, до конца все почитаю. Потому что как я, да, то есть как бы все во вселенной Dead Space мне нравится. И игры, и вот эти вот мультипликационные фильмы. И я думал то, что книга, может быть, мне тоже понравится. И поэтому я хочу начать читать книгу. То есть вот это первое видео, оно будет как вступление. Да? Значит, книгу полностью переведена на русский язык. Вот она есть в интернете, я вам могу дать ссылку. Можете сами начать читать, если кому интересно. Но вот я бы хотел начать читать и делать, и записывать это. То есть я сначала подумал то, что это делать в форме подкаста, то есть аудио. То есть взять, например, какую-нибудь картинку, да, на нее наложить, то есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю, взять к видео картинку какой, например, кадр из Dead Space какой-нибудь, да, аудиодорожку взять, где я читаю, типа аудиокнигу такую, да, или как, или подкаст, да, как хотите так и называйте, сделать. Вот. Но я решил делать немножко по-другому. Я какое-то время назад, я несколько... По-моему, или одно видео, что ли, у меня было, или два. В общем, я читал габровские анекдоты. Или габровские, как правильно называть, я точно не помню. В общем, я делал видео о книгах своих любимых книгах своего детства. Хотел начать их читать. Но я, знаете, как-то потом, ну, вне камеры, да, собственно, я сидел, их как-то пролистывал, так просматривал. И мне что-то как-то расхотелось, не знаю, что-то меня не тянет. Единственное то, что я записал, это вот я анекдоты читал, это видео, я чисто вот стоял на камеру, вот, если кому интересно, можете посмотреть, называется, по-моему, «Читаем Столяном». Вот. Я чисто, короче, стоял перед камерой, у меня была книжка, там еще были разные картинки, я показывал их на камеру, и я читал вот эти анекдоты. То есть, как бы я видео записывал. Вот. И, значит... Я бы хотел начать читать эту книгу, то есть, как бы, да, если она меня заинтересует, если она мне действительно понравится, если я в нее вникну, да, втянусь, то я ее полностью до конца прочитаю, вот. И вот я бы хотел бы вот узнать, вот, потому что, как бы, да, я бы хотел спросить, да, у того, кому интересно это, то есть, как бы, у своей аудитории, своих подписчиков, да, почему я, собственно, это видео и делаю, да, это видео как вступление, я бы хотел узнать мнение большинства. Как лучше сделать? Вот так вот, что я буду сидеть читать, то есть передо мной будет книга, да, то есть она в интернете, эта книга, да, эта книга, она в интернете находится. То есть это издание, я не знаю, будет она в печатном издании, да, в физическом, так сказать, или она в интернете так и останется. Вот это интернет-книга, да, вот по ссылке можете ее почитать полностью на русском языке. И
То есть вот я бы хотел знать, как лучше сделать. То есть то, что я вот так вот буду читать, например, да, например, «Мертвый космос», там, ля-ля-ля, «Мы на корабле и Шимура», там, я, ну, я не знаю вообще, что там будет. О чем вообще эта книга? Я вообще еще не читал. Я даже не начинал, я вообще не знаю. Ну, вот. Ну, типа, буду, да, вот так вот сидеть и читать, то есть у меня тут экран, вот так вот. То есть я не буду чисто вот на камеру, да, смотреть, как вот я разговариваю со зрителями, а я буду смотреть в сторону, где у меня текст будет. Я буду его читать, возможно, даже в очках, потому что у меня зрение, я одеваю в основном очки, когда я сижу, да, потому что, чтобы видеть текст. Хотя я могу увеличить, чтобы было достаточно крупно, да. Вот. Или же мне сделать как подкаст. То есть я... сижу, читаю, записываю чисто как аудио, беру какую-то картинку и вставляю, как и вы будете, то есть вы открываете видео, перед вами будет картинка, и вы будете чисто слушать. Вот. Или может быть, вам интересно, или, может быть, лучше, да, вот сделать то, что я буду так читать. Потому что я думаю, то, что такой вариант лучше. Ну, то есть, с одной стороны, аудиокнига это лучше, то, что можно, например, ее закачать в плеер, да? Хотя я бы не сказал то, что я уж прям так хорошо читаю вслух, да. Вот. Я могу, возможно, буду... Не то, что возможно, а скорее всего, я буду иногда запинаться, да, какие-то ошибки делать в ударении там, или какое-то слово неправильно произнесу. Вот, но, возможно, кому-то будет интересно просто скачать как аудио, да. Есть, кстати, сервисы, которые достают чисто аудио из видео на YouTube. То есть можете чисто скачать не видео, а просто аудиодорожку. Закинуть себе в плеер и просто послушать, например, да. Пока едете там куда-то, не знаю. Ну, как аудиокнигу, да? Вот. Поэтому я думаю, что лучше такой вариант. То есть, если я сделаю чисто картинку, на нее наложу дорожку, то есть это будет чисто как бы аудио. Потому что видео как такового не будет, будет одна картинка. Вот. А если я сделаю видео, то и будут мои эмоции, да? Конечно же, я первый раз читаю, я еще не знаю, что там будет. Какие-нибудь там резкие повороты, сюжеты, или может быть что-то там связано, или какое-то будет событие, которое в игре будет подробно, более подробно рассказано, да. Возможно, какие-то у меня будут эмоции. Это все можно будет видеть, когда на видео. Вот. А кому надо, кому не нужно видео, тот просто дорожку одну достанет. Да, я говорю, есть сервисы специальные, которые скачивают аудио из видео. Вот. Но я не знаю, как лучше сделать. Но... Так что вы пишите свое мнение в комментариях, да, как чего. И давайте я вот, как пример, да, я сейчас вот зачитаю тут вступление, то есть это даже, то значит, книга разделена на несколько глав, значит. И, то есть, как бы тут предисловие, и вот 7 частей, и все, и потом титры. Ну, то есть, да, кому там спасибо говорят, там все такое. Ну, вот. Благодарности. То есть, предисловие 7 частей. Но перед предисловием есть еще вступление. Вот давайте я вам его сейчас зачитаю. И следующее видео, оно уже будет, я уже начну саму книгу читать, да, уже с самого начала. Но, опять же, я бы хотел узнать, как мнение большинства. То есть, как бы, опять же, как лучше. Вы пишите комментарий, да, и ставьте пальцы вверх. Например, кто-то напишет то, что лучше сделай просто картинку и аудио. Там поставить, например, 40 пальцев вверх. Другие скажут, нет, Толян, лучше себя записывай на камеру, выкладывай как видео, да, вот как вот сейчас. Там, например, поставить там 50 пальцев вверх. Вот, как большинство захочет, так я и буду, потому что мне самому как-то все равно. То есть, как бы, да, я, знаете, то, что я в основном не слушаю мнение подписчиков, то есть, как бы, да, я делаю сам, как я считаю нужным, да. Всегда снимаю и там делаю то, что я как бы сам хочу, да? Вот. Но когда я не уверен, что мне делать, я не знаю, мне как-то все равно. Или так сделать, или так. Тогда я обращаюсь ко мнению кого-то еще. И на основе этого я уже тогда решаю. Потому что я не знаю, как мне поступить так и так. Поэтому я его спрашиваю у тех, кому было бы интересно это все дело. Ну, значит, давайте я сейчас почитаю, значит, у вас вступление, да? Значит, издательство называется Thor Books. Не знаю, первый раз вижу, дайте я увеличу немножко тут. Так, и я дам ссылку, но не забыть дать ссылку, а то я обычно видео заканчиваю и забываю ссылки дать, если я хочу какие-то ссылки дать, то забываю. Значит, Thor Books и вот этот вот разработчики, Visceral Games, разработчики вот как раз вот игры, анонсировали проект под названием Dead Space Martyr. Первый роман из запланированной серии книг, основанных на истории и сюжете игры Dead Space и ее сиквелов-приквелов. О, видите как? Dead Space Martyr расскажет предысторию событий, описанных в играх, историю церкви юнитологии, хотя тут написано унитология, хотя я всегда называл юнитология,
«Открытие и изучение темной материи и таинственного инопланетного артефакта». Книга появится в магазинах в июле этого года. Вот, теперь мы выяснили, что все-таки книга будет физическая тоже. А уже июль, кстати, он уже заканчивается. Главным героем произведения станет геофизик Майкл Альтман, сумевший поймать таинственный сигнал, исходящий из кратера Чиксулап. Чиксулап, не помню даже, что это такое. Вскоре он понимает, что нахождение поблизости от источника сигнала, артефакта неведомой мощи, странным и страшным образом влияет на людей, вызывает у них кошмары и галлюцинации, и желание убивать. Опыты Альтмана с артефактом. Упс, я тут случайно... Я тут случайно себе закрыл. Так, вот. Где я тут остановился? Так, желание убивать. Вот. Опыты Альтмана с артефактом лежат в основе первой части истории саги Dead Space. Автором книги является Б.К. Эвенсон. И это вот было такое вот вступление. Б.К. Эвенсон. Так. Вот, так что... Да, я буду, наверное, так в очках читать. Я могу, конечно, увеличить вообще конкретно, да? Мне будет все-таки так немножко неудобно. Поэтому я буду вот так вот в очках сидеть. Вот. Так что пишите, какие у кого есть мнения насчет этого. Вот. Я не знаю, когда я буду делать видео про группы. Я как-то хотел, да? Думал, каждый день буду рассказывать. Потом мне этот стоматит, у меня все как-то пере... Ну, понимаете, я человек настроения. Вот я, например, сегодня хочу что-то делать, да? Завтра уже не хочу. Вот я хотел каждый день рассказывать про любимые группы. Мне этот стоматит все перебил. И потом у меня желание пропало. Так что я не могу вам теперь гарантировать, когда я буду делать видео про группы. Сейчас, например, я хочу книгу читать, да? Я говорю, если она мне действительно понравится, если она меня затянет, заинтересует, то я ее и буду читать, я ее до конца прочитаю. Но если она мне не понравится, что-то мне покажется скучно или неинтересно, то я остановлюсь, я и не буду. Вот опять же, есть ссылка, вы можете, любой из вас может ее взять, скачать и почитать. Вот. Или, может быть, есть аудиокнига уже, я не знаю. Может быть, есть аудиокнига, где профессиональный человек какой-то сидит, читает, потому что я не профессионал, как я уже говорил. Я буду, скорее всего, запинаться, да, какие-то ошибки допускать. Вот. Так что, а видео о группах, я не знаю. Ну, вот будет, появится у меня настроение. Я не знаю, я человек настроения. То есть, как бы, я никогда не делаю что-то, если мне, не, если мне на это... То есть, у меня должно появиться настроение для этого. Вот. Так что, потому что, когда у меня настроение, у меня и другие эмоции сразу... И у меня как бы голова по-другому работает, можно так сказать, да, когда настроение хорошее. Вот. Ну, я, не знаю, у меня, видимо, такая психология у меня. Вот. Есть настроение, я делаю. И делаю с удовольствием. Нет настроения, я не делаю. Вот. Потому что если попытаешься сделать, заставишь себя, то никакого удовольствия не будет. И хуже только будет. Вот. Так что про группы я не знаю. Вот. Ну да, у меня есть в планах рассказать. У меня много любимых групп. И много групп, о которых вышло вот недавнее время альбомы, я бы хотел рассказать. Но если я буду еще и читать книгу, то я думаю, что как-то надо это чередовать. Плюс еще видеоблог, плюс у меня еще есть другие всякие мысли, да, которым я бы хотел рассказать, видео записать. То есть как-то надо будет это дело чередовать. То есть понятно, то, что я в один день сразу кучу видео там и по книгам, и по этому, и по другому не буду выкладывать. Я буду чередовать. Я думаю, что одно видео в два дня, это в принципе, я думаю, нормально. Причем я хочу выкладывать так, чтобы большинство посмотрело, прежде чем выкладывать новое. Но получается то, что в основном смотрят даже меньше половины. То есть, как бы, чем дольше видео на канале, тем больше просмотров, тем больше людей. Просто я не хочу захламлять и канал, и подписки. То есть, я хочу, чтобы большинство людей посмотрело, и потом уже выкладывать новое. То есть, понимаете? То есть, если я сразу кучу выложу видео, то мало кто успеет посмотреть. Вот. И мне самому так легче выкладывать там, например, да, одно видео там в 2-3 дня. Вот. И комментарии все успеваю прочитать. И нету такого нагруза. И самому как-то легче, да? Вот. Так что вот. И это я так вот дополнительно, да, еще сказал. Так что вот насчет книги Dead Space. Пишите, какие у вас мнения. Сегодня в четверг, когда я это видео выложу. Завтра пятница будет очередной обзор напитка или еды какой-нибудь. И как раз вот, наверное, ну, пусть четверг-пятницу еще это видео побудет, да, пусть голоса посчитаются, да, побольше пусть людей посмотрит, проголосует. И в субботу или в воскресенье, я не знаю. То есть я хочу, чтобы достаточно уже голосов, да, было за тот или иной пункт, да, или за картинку одну, да, или вот за такое вот видео, да.
Хочу, чтобы уже достаточно голосов было, чтобы большинство людей посмотрело, проголосовало, и потом уже начать записывать, начать читать. Вот, еще раз говорю, я ничего не читал, вообще я ничего не знаю, так что это будет очень интересно, первые впечатления, да, первые эмоции. Вот, но как я уже говорил, я книги не люблю читать, поэтому, возможно, меня особо-то это не заинтересует. Не знаю, ничего гарантировать, опять же, не могу. Вот. Ну, давайте вот на этом все уже закончим, а то я опять начну сейчас по кругу повторять 100 раз то, что я уже повторял, и то, что я говорил уже раньше. Вот. Так что вот. Все. Всем всего хорошего. И да, ссылку, чтобы я не забыл, ссылку оставить. Вот. Сейчас я ее прям скопирую сразу, чтобы не забыть. Ссылку в описании видео поставлю на эту книгу на русском языке. Вот. Все, всем всего хорошего, удачи вам и пока.